Невозможно. Это всего лишь громкое слово, за которым прячутся маленькие люди. Им проще жить в привычном мире, чем найти в себе силы его изменить. Невозможно — это не факт. Это только мнение. Невозможно — это не приговор, это вызов. Невозможно — это шанс проверить себя. Невозможно — это не навсегда. Невозможное возможно. Порой не каждый из нас готов пожертвовать своим временем ради занятий спортом. Одни ищут отговорки, мол, времени мало. Другие, что спортом заниматься сегодня дорого. Но каждый из нас с вами в глубине души знает, что причина вовсе не в этом. Причина в нас самих. Это лень. 17.00. Саид Налюбаев идет на тренировку. История этого парня интересная. Саид долго не решался переступить порог спортзала, но, подумав, все же решил взяться за ум и ни разу не пожалел. Ребят, я не знаю, жизнь на самом деле короткая штука. В среднем человек, сколько он живет? Ну, лет 80. И, по сути, это миг, такой отрезок времени, который пролетит. И как его проживете, решать вам. Будете ли вы орлами или будете стервятниками, решать вам. Я выбрал быть орлом. И рекомендую вам тоже стать ими и быть сильным. К слову, нужно учитывать, что не так давно прошел опрос в сети название самого спортивного города. И что вы думаете, Шымкент оказался? Да. В первых строчках именно большинство южан признаны самыми спортивными. И мало того, среди них есть и женщины. Занимаются спортом и девушки, каждая желает иметь здоровое тело и, конечно же, красивое. Что для этого нужно? Ответ один – следи за своим физическим состоянием. Ты еще думаешь, а вот девушки из фитнес-центра активно тренируются. Похудела на 10 килограмм. Улучшаю здоровье. Там, для поддержания общей фигуры. В спортивных залах Шымкента можно не только накачать бицепсы и сбросить вес, можно и научиться боевым искусствам. Но главное, как говорят мастера-эксперты, здесь техника и правила посещения спортивного зала. У нас есть тренажерный зал, также есть здесь тренер по боксу, квалифицированные тренера, которые могут написать программу питания, программу тренировок. Также у нас есть отдельно женский зал. Там у нас есть фитнес, аэробика, танцы, степ. Ну и детские танцы, кстати, тоже есть. Если ты еще сидишь на диване и мечтаешь похудеть и иметь красивое тело, то сразу же после просмотра сюжета вставай и бегом на заряд. Невозможно. Это шанс проверить себя. Невозможно. Это не навсегда. Невозможное возможно.